ребята, меня зовут Маха Горячева. Сегодня со мной не простые, а очень особенные гости. Это девушку вы все знаете, это Карина, очень разговорчивая которая. Это Натулёк, ее, как сказать, альтер-эго, вот, и мое альтер-эго. Это просто Натулёк, вот. Достаточно просто, чем мы сегодня будем заниматься. Я утром просыпаюсь и говорю: девчонки, пора, вот пора. Они говорят: ну, конечно, пора. Можешь что-нибудь добавить? Нет. Хорошо. Суть чем заключается в том, что сначала мы едим суперсладкое, потом суперсоленое, потом суперострое. Вот, суперсладкое. Извините, у нас опять не хватило денег на оператора. Печеньки с нутеллкой, печеньки с сгущенкой. Покажи селедку. Селедка, окей. И суперострый перец. Мама, можешь суперперец уже показать. Вот. Ну, в общем, берите по печеньке. А можно все равно с чего начинать? Ну, типа, можно с сгущенки, можно с нутеллки. Давайте поговоримся с нутеллки. Ну, ладно, давайте. Маска. Ну да, конечно. Да, кстати, какая-то подтухшая. Мы микроволновку ее подогрели, поэтому очень сладко, если быть честно. Погнали. О, господи. До свидания. Мне больше всех осталось? Нет. Хочешь, я ее возьму? Возьму вот эту. Туалет на втором этаже, я занимаю первую. Нет. Наташа, младшим надо уступать. Маша, не надо намекать на мой предпенсионный возраст. Маша, ты просто не завтракала. Маша, так нельзя, это было нечестно. Я завтракала. Когда? Вчера? Я завтракала сегодня. Когда вы ушли, я утром съела, короче, три шоколадки мерзкие, если ты не заметил. И съела соленый огурчик. На батуте говоришь, да? А спонсор нашел вода. Они сожрали по второй печеньке. А, ладно, враги. Переходим на соленое. Что, серьезно? Да понятно, у вас в Эстонии только такие игры, да? Собираются в кругу пожрать. По три штучки. По три. А Карин ест селедку. Я селедку не ем. Ну, типа, это будет ужасно. Ой, господи. Не, ну прям. Это будет ужасно. Ладно. Печенька гораздо веселее. Лучка бы сейчас, конечно. Угу. Картошечка. Угу. Мне станет после этого плохо. Однозначно. Да, а тебе тоже станет плохо. Все, три. А, три? Три. Переходим. А мне еще третий. Если быть честным, то да. Масло обволокло сладкий вкус. И не очень-то чувствуется. Сладкое сейчас вообще уже не чувствуется. Да, сладкое вообще не чувствуется. Сейчас пришло. Нормально все будет. Ты две съела? Три. Берем по два. Три? Да. Чего еще? Берем по два. Короче, вот это вот. Это по два берем. По два. Чтобы понимали, там, ну, как бы чили. Огонь. Перец чили. Огонь. Засушенный. И что там еще ты говорила, Наташа? Просто огонь. А, две зубчики чесночка. Да, да. Или... Поджигай. Поджигай. Абдулла. Сразу две даже съесть? Да. Абдулла, поджигай. До свидания. Нет, девочки. Стоп, только давайте договоримся без глотаний. Жуем. Как зайчики. Сразу. Как зайчики. Перчик. Перчик. Ну, девочки, вы мне нравитесь. Три, если что, я всех прощу. Засовывай! А я вам говорила. По три, по три. Еще по одному. Нет. Маша, ну как же так? Смотри, даже Карина держится после селедки. Ой, у меня жарко стало. Тепленько. Капец. Глазки ты посмотришь, слезоньки пошли. У меня была фора. Нет, я не могу. Мое молоко. Да все, сиди, у меня тоже горит. Мне, ну, мне умирать при маме даже не обидно, если честно. У меня так не горело. А, схемочка. Да на старой закалке. У них в СССР только это и ели. Они выпили и мое молоко, мою воду. Наташа, у меня во рту кто-то сдох.
перчик. У тебя тоже этот рефлекс назад хочет? Да. Да? А во рту как будто бы подожгли. А вот мне хочется селедки. Бон аппетит. Если бы я сейчас съел селёжки, меня бы сразу назад. Машенька. Перчика. Наташа! Мам, уволь её! Все, короче. Стручки целые написаны. Класс. Выходить будут так же. Целыми? Как говорил Есенин, мы теперь уходим от него. Не знаю. Ну, я остаюсь. Аж стакан запотел! Карина выпила молоко и 2 стакана воды. Ну, я почти далеко не ушла. Ладно. В общем, ну ты победила. Молодец. Хорошо. А что мне за это будет? Да ничего тебе за это не будет. Перчик ты за это отдаю. Красавица. Вот если там вообще по роли, по жанру, канал-то мой, победить должна была я. Но, как всегда, это вот счастливый случай, тебе просто повезло. Ей попался какой-то уже перец не готовый, сразу понятно. Тут все куплено. Ладно, молодец, хорошо. Нет, просто у меня была фора. Я подготовилась чуть раньше. А она подготовилась, понимаешь? Ну, зато мы будем учиться в институте. Да. Где я училась, вы будете учиться тоже. Да, вот. Так что, спасибо за просмотр, ребята. С вами была я, Маха Горячева. Мои свиты, окей, can you see? Карина Неймо и Наталья Арнольдовна. Спасибо за просмотр. Девочки, Наталья, ты говоришь, подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой канал. Карина. Ставьте лайки. Нет. Да, ставьте ей лайки на ее канале. На мой канал, окей? Yes. Thank you very much за просмотр. Пока-пока. Пока-пока. Или что этому перцу 2 года. И в смысле, ты как жива вообще, Наташа, у тебя рот железный.